не вжиматься к воротам. Круговой. Левая нога. Удар по воротам. Вот это да! Данил Круговой с сумасшедшим ударом с левой ноги делает то, чего не удавалось сегодня никому из прославленных бразильцев и других игроков атаки. Александр Незелик здесь оказывается в центре празднований. Данил Круговой забивает сумасшедшим ударом. Очень красивый гол. Для него, кстати, не первый, потому что в ворота Уфы он отметился голом в предыдущем туре. И вот во втором туре к ряду забивает...